boys and girls. Today we have a new topic. Its name is Welcome to my Kazakhstan. Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня у нас новая тема, которая называется Добро пожаловать в мой Казахстан. We will learn some information about our country. Мы узнаем некоторую информацию про нашу страну. So let's see. Давайте посмотрим. Let's read together. Давайте читать вместе. Repeat after me. Повторяй после меня. Kazakhstan is a big country. One more time. Kazakhstan is a big country. Very well. Let's translate. Давайте переведем. Казахстан – это большая страна. The next slide. This is my flag. Repeat, please, after me. This is my flag. Okay, let's translate. Давайте переведем. Это мой флаг. Very well. The next sentence. Следующее предложение. It is yellow and blue. Let's read one more time. Давайте прочитаем еще раз. It is yellow and blue. Let's translate. Давайте переведем. Он желтый и голубой. Okay. Very, very good. The next slide. Let's read together. Давайте прочитаем. The president of Kazakhstan is Kasım Jomart Tokayev. One more time. Еще раз. The president of Kazakhstan is Kasım Jomart Tokayev. Let's translate. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Very good. The next slide. Хорошо. Следующий слайд. This is Нур-Султан. It is the capital of Kazakhstan. Let's read one more time. Давайте прочитаем еще раз. This is Нур-Султан. It is the capital of Kazakhstan. Let's translate. Давайте переведем. Это Нур-Султан. Это столица Казахстана. Мы продолжаем изучение темы Rules of Reading, правила чтения. И в этом видео вы узнаете, как читается буква U в словах. Я буду произносить каждое слово дважды. И буду переводить. Также буду делать паузы, чтобы вы могли повторить за мной и запомнить. Давайте начнем. You читается как you и как a. Давайте рассмотрим каждый способ подробнее. Буква you читается как you в открытом типе слога, то есть слоге, который заканчивается на гласную. Например, fume – дым. Fume. Huge – огромный. Huge. Music – музыка. Music. Буква U читается как A в закрытом типе слога, то есть слоге, который оканчивается на одну или несколько согласных. Например, brush – кисть. Brush. Duck – утка. Duck. Jump – прыгать. Jump.